Я мама четверых детей, учусь в институте. На программу прививка от лишнего веса попала благодаря игре. Так как у нас часовые пояса немножко разные, мне было не очень удобно смотреть в прямых эфирах, и я все смотрела в записях. Меня заинтересовали практики, меня заинтересовала работа с собой. И думаю, дай-ка пойду дальше и посмотрю, как-то так худеют без диеты, тренажеров. И вот я пришла на первый этап игры «Похудение без диет». И хочу сказать то, что многодетные мамы можете прям просто не бояться, времени хватит, и настроение очень поднимается, отношения с детьми очень улучшаются, с мужьями, ну и вообще просто себя чувствуешь великолепно. За первый этап игры я сбросила 9 килограмм 300 грамм, и я очень горжусь собой и своим результатом. Мне очень нравится, и я буду продолжать дальше.